подкаст Екатеринбург. Наша большая банда снова в сборе. Привет всем. Снова в бару, вот вокруг лес. О боже мой, как холодно, мы приехали. Мы в Ельцин-центр идем. Концерт будет проходить здесь. Вот. Боже мой, какой ветер, очень холодно. Как же холодно, да? Вон вещи все несем. Да, забыл сказать. Мероприятие называется «Старый новый рок». Будет очень много команд. Спасибо. 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 Выглядит неплохо. Участник. Участник, да. Участники. Вон он, откуда звук, вон. Вот он. Я здесь, да? Вон, вот откуда звук идет. Что такое? Ельцин-центр. Да. Водичка с лимоном. Кто здесь? Тут где-то кто? Нормальный? Нормальный, да, такой. Молодой человек. А что вы тут делаете? Сижу. Там вот этот мочу. Ну, мотив стоит. Как-то что? Вы странно выглядите. Я сам отмел. Я вообще странный. Еще какая-то, у нас парадайз. Странный парень, да? Кофеек. Кофеек. Шоколадка. Дима, что это у тебя тут? Это футболочки. Сейчас будем распаковывать. Да. Давай. Энбоксинг. Так. С Китая. Это нам подарок, да? А, посылка с Китая пришла, давай. Да, с Китая. Да. Ух ты. Что мы тут видим? Как мы видим, здесь вот, обратите сюда внимание на камеру, да, здесь рабиес. Рабиес. Да. Посмотрите внимательно, этот человек был у истоков, и на самом деле я хочу большую благодарность тебе еще на камеру выразить, потому что ты на самом деле очень сильно помог в становлении нашего коллектива. Вот запомните этого человека, он молодец. Heavy metal. Представь этого человека. Это Сергей Замараев, наш первый барабанщик. Абсолютно. Я готов. Это кто? Будем стучать. Я. Покажи свой самурай. Я свой самурай вот так показывал. Вокзал. Как на вокзале, да? Вообще. Вот так, ребята, у нас тут, как на вокзале. Стоим за едой. Да, по талонам. По талонам. Хочешь кушать? Стой за едой. Мой животик хочет кушать. Суровый. Вы хотите кушать? Я хотел. А для нас специально две веганские порции. Про нас не забыли. Это очень клево. Такая организация подходит каждому индивидуально, скажем так. Это обычно не веганские. Мы не пьем перед концертом. Это правильно. Потому что мы пьем после концерта. Сегодня мы играем на концерте. Сегодня мы играем на концерте. Я буду играть на барабанах. То есть на бочке, а я буду на рабочем.
подарочек. Это подарочек. Мы выставили, забираемся домой. Сейчас что-нибудь перекусим и поедем. Да? Да, опять. Опа! Все, отлично. Димас, давай танцуй тоже. Ну как тебе это уйти? Как? Димас, как думаешь, жарко ему, наверное? Здравствуйте!